В округе прошло первое заседание рабочей группы по вопросам благоустройства парка в Малаховке. К ее созданию привели разногласия между жителями поселка. Последний месяц они жарко спорят о том, каким должно быть благоустройство местной зоны отдыха. Прийти к согласию малаховским активистам предстоит на общих собраниях. Живу по принципу, если люди против, мы никогда не делаем. Если люди за, мы сделаем. Все за и против малаховчане взвешивают уже больше месяца. Все это время жители поселка живут под аккомпанемент споров. С первого дня реализации проекта благоустройства одни жители буквально молятся на проект реконструкции, другие шепчут проклятия вслед спецтехники. Уничтожение это листов массив. Понятно. Это что это такое? Кто еще так считает? Автостраду. Зачем это автострада здесь? Значит, кто еще так считает? Это раскопали все. Это что это такое? Все замечательно делаете. Спасибо. Мое мнение очень хорошо. И так дальше двигайтесь. Лейтмотивом первой встречи рабочей группы снова стали споры. Разобраться, есть ли в проекте благоустройства слабое звено, активные жители пытались вместе с главой округа Владимиром Ружицким. Дебаты длились до первого конструктивного предложения из толпы. Уладить разногласия с помощью конструктивного диалога. Если люди вошли в рабочую группу, хотят какие-то новшества дать, полезные советы, давайте вопросы запишем и будем обсуждать. А вот эта вот перепалка, хорошо, мы ее слышим уже не первый день. За стол переговоров участники рабочей группы сели в администрации Малаховки. Это наиболее активные жители поселка, представители общественной палаты и администрации. Проект благоустройства Малаховского парка под их контролем. Члены рабочей группы вправе вносить предложения по его дополнению. Мнение каждого услышат. Существуют различные предложения и возможности в рамках проекта, на которые рабочая группа будет акцентировать свое внимание. Исходя из этого, будем производить дополнительные работы с профильными ответственными лицами для учтения мнения населения при реализации. Итогом первой встречи рабочей группы стал список пожеланий, адресованный куратором благоустройства. Малаховские активисты просят усилить общественный контроль за процессом реконструкции, использовать экологически чистые материалы и сделать информацию о ходе работ более открытой для жителей. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, Александр Моисеев и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.